Всем привет, с вами Xnavity, и сегодня мы играем в Counter-Strike Global Offensive, а точнее даже Mad Max. Со мной сегодня очень много народа. Ребят, вам слово. Всем привет. Привет. Да, привет, привет. Меня подожди. А я последний, чтобы это выделиться. Рома, тут вот Глебаня как главный босс. Афина, тут вот сюда. Вы куда поехали там? Ребята, что там с вами происходит? Все нормально, мы едем за вами. Давай. Мы едем за вами. Давай. Иха! Я гранату отбивал. Пацаны, это... Это русский хоккей. Твою мать! Идите в жопу! Идите! Я не успел. Я просто-напросто не успел. Чё он не вылазит? Пробил нажимать надо. Может тебя убить, нет? Да, на меня наступают. Иди сюда, иди сюда. Ты там застоять можешь, чё. А, да. Ей не забывай нажимать, они через красный могут прострелить. Блин, ну-то может надо? А, не смогу. Лол. Она спокойно простреливается. А я в него стрелял, думаю, не могу. Ой, о. Ладно, я перейду тогда за них. Давай. Лол. Сейчас. Хочешь соснуть, ну ладно. Я возьму. Теперь объясняйте, что мне тут делать. Там, короче, на столике лежат оружие. Е нажимаешь, они подбираются. Давайте берем пикап. Пикапные, ребят. Да, давайте, садитесь за руль. А чё, калаша нету? Нету. Все, что есть. Слышь, садись сюда. За руль. Чё хотел этот Мэд Макс? Я наверх сяду. О, лол, тут радио давай можно включить. Сяду. Ребят, радио можно включить. Я вон сюда сяду. Подожди. Отсюда по ним гасит. А где вы берете вот эти штуковины? Вот лежат. Все, слышь, они реально пройдут. Просто Е нажимать? О, лол. Я террорист, я из ИГИЛа, мне можно. Твою мочку сбил. Мне бесплатно. Баррикадируем, говорите? Отсюда неудобно, полезь с пулемета. Проще пулемета, по-твоему Голливуд пулемет. Я пока перезаряжу. Тут неправильно кто-то поставил бочку. Гони, гони, блядь. Просто гони, не ссы. Я пока перезарядиться успею. Граната! Не ссы, гони. Ой. Гони, гони. Твари, они прошли! Прошли! Гони, гони. Никого не боись. Минус! Я прячусь срочно. Один хп, гаси всех. Ну-ка, иди сюда. Я радио даже включил, ребят. А, что происходит? Вниз, вниз уходи. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Гром, один хп, гаси его. Пистолет возьми. В доме смотри. Он крыс, Рома, я его знаю. Рома, прятайся в яме тщательно. Блокируй вход. Блокируй вход в яму. Зачем ты это сделал? О, слушай, реально. Заблокировал, знаешь, такой сидишь, ждёшь. Ромыч, кстати, вот тачку ты... Зачем ты это сделал? Там туда вряд ли не свой вывалил. Я выиграть хочу. Да вы чё? Да я его не выиграю. Рома! Он да лучше мне играет. Ты время выйдет. Короче, кикаем. Прикол в том, чтобы стырить танкер. Да. Короче, кикаем. Нет. ГГ. Кик, ну, плиз. ТТ поиграли. В смысле? Нафига? А, мы тебе, да, мы я выиграли. Я же все равно проиграл. Ну вот. Тачку надо выиграть. У него один хп. Гвен, у тебя три гранаты, ты понимаешь? Мы выиграли, ребят, дайте пять. Да. Мы поиграли, мы же за КТ. А, мы за КТ? Бля. Вы выиграли. Мне, слушай, мне реально раз какие-то ручки выиграли. Так, прикол в том, чтобы стырить этот танкер. Ребят, пикап. Садимся. Кстати, реально, может, только надо с танкер стырить этот? Да. Но основная задача стырить танкер или убить нас. Там еще на втором-третьем этаже есть эти хрени, давайте их достанем. Блокируем танки. У меня почему-то все черное, понятно. У меня, короче, топ мета, скажи. Ребят, срочно, на второй и три. Когда кидать смог на дорогу. Быстро, на втором и третьем этаже еще есть эти. Да, офигенно, смог у тебя. Ай, пацаны, меня подождите! Меня подождите. Уже не. Я бегу. Ай, только не дави. Ой-ой-ой-ой-ой. Че, Ром, потерял? Ну, садитесь. Пацаны, там они уже из машин выходят. Ром, я по тебе попал?
По мне ни разу. 100 из 100. Один на крыше. Гони, гони на максимум. О, это. Нифига себе. Фак! Просто... Я в этот момент как раз висел. Сын, направо сразу, направо. А, обстрелил. Я с ножа хотел, но блин. О, я оружие не взял. Да что даже не загорел никто. А как тут пролезть? А, вот так, наверное. Танкер, физики, кто-нибудь. Блин, раз. Давай, на скилл. Слева он, слева. Блять, идите в жопу! Твою мать! Ну ты пытался, ты пытался. А ты дно, Дима. Танки пизди, пошли. Откуда ты узнал? Блин, я дожу с тобой, если чёрный школы. Не-не-не, я сюда не пойду, в танкер, ой, блин. Помогите мне, на втором и третьем этаже есть эти листы, помогите мне их поставить. Танкер, ты куда ты сел? Да. Кто с ВП, куда ты сел? Быстро, на третьем этаже еще есть эти. Так, в танкер садись. Ты просто подбирай их и ставь. Не, ну их-то надо поставить. С земли подбирай. Я понимаю, но помогите мне еще со второго и третьего этажа их взять. Да я их снял уже. Спасибо все. Спасибо за флешку, пожалуйста. Ого, пацаны, я все внизу валяются. Внизу? Ух ты лоб. Да хватит вилять. Да не вилять, я хотел, не могу. Смотрите, что я с танкером делаю. Идея. Да гони, гони, мы не сломаем их защиту. Ну, очень танкер, пацаны. Воу. Охуя от молота. Они прошли! Давайте быстрей! Не пройдете, тварю! Как они прошли, лол? Сука, сдохни, блядь, ты почему не умирал? Я гранаты почему-то не могу кидать и стрелять. А, не стрелять могу. У меня один хп, сука. Минус 79, давай, тащи. Один слева. Я ебать. Увидел его. Аимщик. О, хорош. А где он? Я остался такой полгода. Гранату кинем туда прям. А где он? Он на базе. Пикап тырит уже. Пикап садись. Да, все, сажусь. Они в окно смотрят. Наебать, блядь, задумал. Я их слышу. Короче, ребят, что за если вот танк там сядут, то... Оу, он уже здание. А, вот так наверх забраться. Я-то думал. Клевос, ну ты писька! Он спрыгнул стопудово. Клевос, ты прям просто четкий поц. О, Лёха за нас. А, нет. Плюс буст, найс. Мне нравится. Так, как здесь? Так. Я ближний бой. Так, меня подождите. Быстро, давай, да, в третий, второй, третий, четвертый. Лаги. Так, лаги, вот они. Купил. Если они не... Ой. Знаете, что у меня было? Я за секунду побежал 20 метров. Чё? Если они резко не пропушат его, то они сюда попадут только через УАЗик. Отлично. Они можешь уже... так вот едь, можешь так же едь. Быстрее, помогайте мне, где Глебос? Я тут вот не свою атмосферу не могу. Мне кажется, они сейчас пропушат. Один наверху. Понял. Сейчас они пропушат, мне кажется. Да. Сука! Чё, а я застрял в яме. Мне пикап надо сесть. А, я все равно застрял. А, куда он уехал? Куда? Он сам уехал? Да. Подвезите его. Куда сам уехал? О, я... Сейчас я подвезу, подожди. Беспалевная. Ай, я почти убил, минус 40. Глеб, да... Блин, я придумал, что нам сделать. Ой, Лё... Сейчас я подвезу тебя, подожди. И это назад потом отъехал. А я не могу назад отъехать. Понятно. И я сам застрял. Глебос, вы поняли, какая тактика на следующий раунд будет? Блядь, у нас? Я застрял. А, нет, застрял. Ты дин-дин-тай. Просто выйти, убейте его. Кто там джишит вообще это? Один из них нищий, так что не боись. А чем?
Он застрял. Да, а второй вылез. Ну как Глеб. Я там до сих пор сижу. Глебас, а ну-ка чекни резко. Не вылез я ни хрена. Я видел твою тушу. Лично я не вылез. Смотри, смотри, если они. Нити какую-нибудь другую машинку. Ага, еще что сделать? Вон там другая машина стоит. Там его выкатывать долго. 30 секунд, блядь, что делать? Убивай его. Так где? Вообще я даже не знаю. Ну, танкер увози. Да он меня сразу стрельнет, наверняка. Тогда ему придется на меня выйти. Короче, в следующем раунде просто танкер берем, блочим и вот в этой точке собираемся. Глебас, ну ты понял. Кто-то куда-то стреляет, я не знаю зачем. Потому что не делать ничего. Но у меня один хп, ты понимаешь? Короче, пошли нахуй. Иха! Как ты выжил? Так, быстро, вы поняли тактику, быстренько. Ой, не то купил. Я не понял, я дальше буду. Бля, что бы купить-то? Так. Насрать на выход, просто блочим машину. Ну, машину блочите и все. А мы тут вас раскидаем по-бринкому. Буст, ты меня раскидаешь? Я тебе хочу. Ничего, то, что надо как бы его подождать, наверное. Ромыч, я тебе блоки скидываю, окей? Окей. Ты там на третий этаж оставь? Оу, и магма, нормально, так, нормально. Подожди, меня оставь, я залезть хочу. Да, я тоже залезть хочу вообще-то, а алло. Так, блокаду. Двое наверху, один внизу. Что за жесткая инфа, пацаны, он вас, это, он вас за деградянта держит. Виляй. Они по мне попадают. Блять! Уходим, ребят, уходим. Хорошо, спасибо. Вы там не закрылись без меня? Ой-ой-ой! К сожалению, да. Все, мясо тащи. Е-е-е, зажимай. Мясо? Ух ты, блять, мне по спине чуть не въебали. Блять, полчаса ты. Давайте колючек. Давайте 4 конца. Ты еще туда-сюда вилял в воздухе. Тактика та же. А чё я не пойму, все за нас переходят? А сейчас вот так, будет ещё одна. У нас даже скаута нету. О, я придумал. В смысле, мы чё, вдвоём? Скаут, да. Это персонаж. Эй, у меня 57 хп. 52. Ты меня убить, что ли, хочешь? Я чё, спит? Джамп лету такой. Не понял, а чё я не могу сесть в эту машину? За руль. Кто выход заблочил? Не блочите выход. Подождите пока, не блочите. Вот теперь блочите. Да. Они едут, блядь. Один вышел, все вышли. Ух ты ж, блядь. Это мой СВП. Это хуйня не простреливается, если она в. Кстати, вы прикольно сделали то, что вот это вот. Вот эту хуйню. Эта фигня не простреливается, если она в руках именно. В смысле? А-а-а. Я что, ни в кого не попадаю? Бля, я вапер. Хотя плохо время. Не, она простреливается, Глеб через нее стрелял. Вот кто сейчас наверху? Мы все, наверное, может быть. Почему? Вот двое осталось. Ну что, нуб. Так, окей. Потому что расстояние далеко. Я перехожу за них. Ром, смотри. Танкер не пиздит мне. Да не, если его возьмут снизу, это напишется, что танкер стрелял. Да, я ж не знаю. А где второй? Второй бежит. Убегает. Нет, он наоборот прибегает. Бегом спасается. Ах ты ж сука. Он минус упал. 63, минус 63. И где последний? Да, наверное, внизу. Глеб, кил пропиши просто и все. Я не скажу тебе. А ты спрячься в танкер, они, короче, его пиздить будут, их на респе убей там. Что ну далеко как? Кидай. Так, я понял, где он. Просто Глебас, ты молодец. Ты, короче, когда он возьмет танкер, ты на него спрыгивайся. Интересно, тебя реально что будет, если так делать? Возьми в руки нож и бей уже. Или просто килл пропиши. Да, точно, килл пропиши и все. Дима, ты все равно его не убьешь. Смотрим.
У тебя навыков не хватит. Ты слишком крутой для этого, типа, да? Ты слишком тупой. Говоришь, он нуб, у него 6 убийств, блин. А куда вы узнали? Ты там его не убьешь. Так. Ну я знаю, где он. Ты уже 5 секунд, давай. Я слышу его. Он спрыгнул, походу. Так, поиски наоборот. Окей. Плохой ВДВшник, однако, ладно. Диман, я даже в жизни... Так. Да, это... Я придумал, что я буду делать. Выпустите меня. Все настроено. Я смог случайно накинуть. Да. Ром, ты это... Ух ты, я... Возьми... Ой, какой я крутой, оказывается. В смысле? Ромыч. Я у нас самый крутой, оказывается. У меня идея будет. Я знаю, что мне возьмите, делать. Пожалуйста, грузовик один, алло, ребят. Не берите. Какие-то у тебя сложные приколы. Да давай, ставься ты. Все, они сейчас поедут. Вы уже уехали, да? Нет, они еще не уехали. А, нет, едут, блядь, они уже близко. Ну, пацаны, по мне огонь открыли. Кто по тебе огонь открыл, никто по тебе огонь открыл. Да отвечаю. Доставься! О! Я охренел. Ни хрена себе, Рома, блин, охренел. Читер, все, вак. Кстати. Ничего ты плохо замыкался. Хорошо, пусть. Я кое-что придумал. У нас танкер стоит. Все, едьте. Рома, ты что, если честно, не включил? В смысле, я вас убил? Меня никто не убил. Хорош. Все, проиграл. Не... Он меня задавил. А кто бери АВП, блядь, сзади валялась? Пропиши килл, пропиши килл. Я пойду с ним. Скилл. Я знаю, у кого Морича, бог червей. Да все, ты проиграл. Уже ни у кого. Еще раз вперед нажми. Иди в жопу, не догонишь! Не догонишь, не догонишь, все, он выиграл. 3, 2, 1. Снова. Пофиг, я его не успел убить. На, Тактика. Да ща будет. Она можно танкер взять, нет? Нет, бамбур нельзя. Смотрите, пацаны, за моей тактикой внимательно. Моей тактикой смотрите. Дайте мне вот эту хуйню. Да, у меня такая же тактика. Пойдем. Давай вот так вот рядом. Поехать. А, так нельзя. О, может, ты... тебе удобно? Ребят, да? Найдите меня, если сможете. Понятно. Ну-ка, давайте, выпускайте меня. Во, все. Они слева обходят. Я основное оружие не взял. Морыч, перед ямой прыгай, понял? Ну так нечестно было. У тебя выходит. Морыч! Давай! Убивай его нахуй! Вот ослиная моча, блять! Слышь. Это было нечто. Чувак, мне такую идею подкинул. Изи тактика, изи гейм. Не меняй. Понял, да, что я сделал? Игры, дай-ка я сейчас там сяду. Давайте там сейчас все заныкаемся, слышите? Пацаны, ныкайте по всем. У нас один умер. Кстати, что ты делаешь, Морич? Ты что, летаешь, что ли? Бабушка выживает. Ну, напас ты просто. Блин. Слышь, давай там соседи. Почему? Они едут. Где они? Они едут туда по дороге. Вообще, для вида. Они не уходят никуда. Они там стоят где-то.
Мордж, стой, блин, ну ты что, тупенький что ли? Я специально остановился. Не трогай. Вон они танкеры застраивают. Они не танкеры застраивают. Хочешь главный прикол? Наверху танкера посмотрите. Смотри, смотри. Машина. Может тут, кстати, эта фигня проходит. Тут как будто нету ее. И при этом тебя не видно, представь. Кто там джишит, как тебя зовут? Ах ты ж, сука, целишь сюда. Вот. Короче, вот тут вот место есть. Ножка, ножка. Можно встать это, тебя не видно, и при этом ты можешь стрелять и всех видеть. Нравится? Сука. Больно. Говорю, наверху танкеры посмотрите. Блин. Минус один нахуй. Съебаться не успел. Нихуя вы спрятались. Там машины же есть. А, нет, их нет машин. Че, вас не видно, то есть, да, оттуда? Да. Нихуя себе вы, блядь, багаюзеры, блядь, Как так-то? А вас постреливать могут? Если увидят только. Они походу в танкере в самом. Слышь, ты их отвлекаешь. Твою дивизию я не успел, Мурыч. Че, все, обосрался. А почему у нас одного не было? Мы с начала игры были вдвоем. Потому что он команду, наверное, сменил. Да. Зачем? Потому что не только. Да, Рома, я за вас зайду. Да. Мурыч, ну это же изи килл был, ну чё ты, блин? Так, ладно, последний раунд, я тогда перехожу за спецназ. Раунд? Последний раунд. Раунд, Тони Раунд. Ты вот понял, в чём прикол твой, да, вот кто-то? Да. Вообще офигенное место. Давай туда не прыгаться, там реально баг, как реально багаюзеры. Можно еще знаешь, как сделать? Кто поговорил, а кто в расте через стенки стреляет, а? Серый. Отвечаю. Вот так вот ты можешь стену поставить, и тебя пострелить не смогут в этом месте. Нет, там стены именно прячешься в стену, тебя тоже не видно. И как пострелить не могут. Вот смотри, вот тут вот. Делаешь вот так, ты пострелить не могут, и это. А я думал, ты про Макс, который именно гонки, там просто один на один, ну не один на один, а просто гоняешь. О, что начали? Потому что Кекунза нас зашел. Три. Заберите эту стенку. Ну что, она зашла. Лёха, забери эту стенку. Лёха. Лёха. Попал прямо метка, да? По мне никто не попал. Так поставь её. Лёха, заберите эту стенку, в которой я сижу. Ребята, у кого какие оценки за вторую очередь? Я чё, ебу что ли там? Воу! Мясо тащит, блин. Просто в щи! А почему нас четверо? Так, пожалуйста, кто не передадите за них, а? А, плиз, плиз. Так, перезайдите, пожалуйста. Глеб, перезайди за них. Да сейчас перекинет, ахамтись. Зачем? Ну блин. Все, 3-3, нормально. Позицию надо менять, Глеб не знает. Ну чё вы, блядь, будете играть? Нет, чё вы тут стоишь там? На тебе въебало. Так. На тебе въебало. Не, пожалуйста, меньше мата. Окей. Больше слов. Мясо. Ну-ка, а тут чё? Чё? Так, полетело. Ещё раз вперёд нажми. Так, ну-ка, сейчас я застрою быстренько. У нас минус один. Что с ним? Мясо пропало. Да не виляй, ты не виляй, блин, я не могу, не вижу ничего. Они наверху, блин. Да ну нахуй. Я все понял. И чё тут? И чё? Дострелял? Хватится ВП стрелять. В танкере. Всё, не покупайте больше ВП. В танкере. Она не поставится. Надо вот так поставиться. О, нифига я закинул. Вот скажите мне, вообще в чем смысл этой позиции? Я не понять могу. Не знаю. Позыц весело. Там же видно, да, там окошко водителя видно. Если он туда залезет, то можешь спокойно убить его. Да блин, я прям... Так, а потом еще вас заблочил.
Сука. Минус хэд. Все, они теперь должны тебя искать. Они не смогут туда забраться. А это что за сарай? Я сам охренел. Ой, я придумал, что сделать. Ребят, не берите. Вот теперь понял, зачем. Как я тебе не попал? Найс. Он, нет, короче, в сарае каком-то там. В следующем раунде не берите танкер, ищите нас. Так, а наши берем эти. И АВП не берите. Берем листы и идем к этому зданию, поняли? Да, там, он там. Ты не прострелишь. И смысл твоего стреляния? Да не, Дима. Ну ты же в домике все. Мясо. Сзади. О, здравствуй. Чего не слышишь? Бежит. На пафосе. Короче. По ночи бегать можно, прыгать? Да. Блин, я в апус вообще. Так, так, так. А что нам покупать-ка? Так. Калаши эти откинем. Калаши. Ну короче, все, что с прицелами нельзя. Ну, ближний прицел можно. Даже СГ? Не надо. Ну так СГ. Нечестно же. СГ, который не снайпер, а который типа УГА. Да, можно так. У нас его нет вообще. Стой, садись в эту тачку и поехали. Я сверху буду. А что? Так все. Стой, стой, меня. Вот, вот, вот эту садись. Я тут прям. Ой. Лёха, вы меня закрыли. О, щелочка. Вот это баг. Порули, порули. Ты ее закрыть хочешь, что ли, да? А, да. Я не могу, нет, я не могу. Ты на мне? Да. Да ё-моё. Всё. А, я не могу выйти. Вот так. Я пошли. Заходи. Ты меня задавил тут. Давай, короче, сейчас делай около их этой полицейский разворот, я кидаю дымовую флешку и залетаем. А тут есть интересная карта прятки? Давай, кстати, полицейский вот мне интересно, где режим у хайденсик? Ах ты сволочь! Сука, Рома, блядь! Что? Рома закрысил, блин, как всегда. К нам машина заехала. Прямо в дом, блядь. Смотри, смотри. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Я думал, не видел это. Ты что, дурачок, там жилишься? Чё взять? Так, ладно, думаю, последний раунд и на этом все. А то что-то уже долговато как-то мы снимаем. Давайте резать. Я даже знаю, куда в следующий раз пойти. Не в следующий раз, а после этого, если, конечно. В задницу. Ну, это ты ходишь в задницу, я не хожу лично в задницу. А что да, хорошее место с задницей. Хорошее месяц. Место спрятаться это задница, да? Да. Помочь. Да, ну а чё? А вы где спрятались? Я в заднице. А я в. Лёха сегодня открыл мой самый тайный секрет. Как ты только узнал? Ты задница? Слышь, просто открывайся ворота, я в это время сам все сделаю. Они где там? Один смоку стопудово. Там смог есть? Нет, нет смог. Чисто. Рома спрятался. Понятно. Опять. Понятно. А не показывает? Я их увидел. Слушай, я вылезти не могу. А я застрял. Ура, это наш шанс победить. Я нихера не застрял, что ты. Опа. Я видел, куда они уехали. Они вообще куда уехали. Тихо, сиди. Да-да, они вот здесь где-то будут. Меня спалили. Лови. Лови, тварей. Пошли в анус. Помогай мне. Один обходит, я вижу его. Ты че меня спалил-то, а? Ты в машине что ли был? Да. Один, короче, за воротами, один в машине. Один за воротами что-то гуляет, наверное. А, это наш. Как они дома оказались? Да они заехали на машине в него. Минус 261. А-а-а. Так это свои. Один минус 26. Он точно там? Танкер сваливай, просто сели в танкер сваливай. Там никого нет. Вон он справа, да. Здравствуй. Ладно. Чё за петух? Сам ты петух, блядь. Сам бегай с петухом, и я ещё петух, сука.
Ладно, давай последний раунд и все. Кстати, здесь печалька, здесь петуха нету. У вас нет, у нас есть. Ну, смысле немного, знаешь. Никто из вас. Походу уж. Походу кто-то интересный. Капец, ты черный. А ты что, это расист? Зима. Вот вы расисты все-таки какие, а? Я не знал то, что это расценивается как расизм. Вы орете то, что вы черные там. Нига. Так мы же нигеры. Мы же это, Аль-Кайда. Нига бич. Нига факинга бич. А на эту вышку можно забраться? Не. Yeah. Ну давай ставься уже, да? Взял, кинул ее такой. Ну-ка, ну-ка, интересно. Они, кажется, с собаками, слышь, они полезут, не полезут они вроде. Ромыч, ну-ка, мне интересно, я полечу в космос или нет? Не, нифига. Один, короче, у машины. Слышь, давай к ним поближе подберемся. Я в курсе, что они далеко. Вуст, давай к ним поближе подберемся. Да. Сейчас подберемся. Так, да, они походу с АВП. Ой-ой-ой-ой. Что с тобой? Здесь все хорошо. Я вылез случайно. Не пройдете, суки! Топи, топи, топи. Люто топи. Ох ты ж, бля. Нас не ловит. Кто-то без головы, я слышал! Сейчас ты без головы будешь. Сука! Один без головы, ребят. Один на Зиле, на разрушенном Зиле. Ласт. Охерительная инфа. Все, эту карту надо брать на соревновательный режим. Все, просто охерительная карта. Я же его видел, он только что тут был. Не совсем. Агросинги, тинди-тай, карадосинги. Ух ты. Ладно. Это было неожиданно. На этом... Я же видел бассейн, там такая тень идет вот тут, вот, знаешь, так прикольно. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Xnavity, Boost, Лёха, Балаболкин и Глеб. Ужасный бы назвал, да и все что-то. Ужасный. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, удачи и до новых встреч. Пока-пока. Аллах, баба, завис. Он тут зарвал.